Здравствуйте всем! Сегодня мы попробуем очистить наш компьютер без удаления своих файлов и лишних чистилочков. Давайте все-таки приступим. Нельзя обновляется, поэтому давайте не будем обращать на наш апдейтер внимание. У меня сегодня какая-то проблема с проводником, поэтому давайте попробуем зайти вот так. Вот, да, мы зашли. У меня сейчас 11 гигабайт в лову. Первый и самый полезный способ. Первым делом нам надо нажать упорядочить параметры папки поиска. И вот тут там где вид. Скрутываемся вниз и вот нажимаем вот эту вот галочку. У нас там будут спрашивать, хочу это сделать или нет, но мы этому напускаем и это сделаем. Заходим сюда, затем заходим в пользователи или в users, так как ваша система это сделала. Выбираем вашего профиля. Заходим в папку update, затем в local и темп. Затем вот это весь наш темп. Вот его мы берем Ctrl-A и нажимаем Shift и Del. Оно будет спрашивать удалить безвредно. Enter. Затем мы сможем нажать, чтобы файл использовать системы, повторить или пропустить. Нажимайте пропустить. Или если не хотите все время это делать щелкать, то выбирайте применить для других объектов. Там показано сколько. И вы удалите темп. Следующий способ — это зайти в папку Windows и найти тут папочку темп. Темп. И в этой папочке тоже можно все стереть. И не думайте, что это системе так сильно повредить, что сделать. Или она будет спрашивать, продолжить. Нажимаем это, потому что мы знаем, что делаем. Вот, выбираем все тут и удаляем. Нет, честно, потому что я даже чувствую, что у меня много нас. Так, и третий полезный способ, который лучше этих штук. Открываем свойства, сервис, проверка диска на наличие ошибок. Нажимаем выполнить проверку. Вот, обязательно ставим вот эту вот галочку и нажимаем запуск. Он потом скажет, что не можно, потому что диск, нельзя проверить диск, потому что он использует систему. Да. Вы нажимаете расписание проверки диска, и он у вас будет проверен. Ну, еще такой вот способ маленький, он совсем даже не, можно сказать, не полез, но мне он помог чистить мой диск. Давайте вот нажимаем тут, заходим в главное свойство. Тут нажимаем чистка диска, и у вас появится код окошко. Подождем немного. Сейчас пока оно будет это дело снимать. Вот, все, мы это сделали. Вот тут сколько можем очистить. К примеру, вот столько-то мегабайт. Нажимаем «Очистить системные файлы». Это нам надо для того, чтобы некоторые файлы, которые системные, они нам не нужны, чтобы они у нас были все очищены. Я пока поставлю мод на паузу, чтобы вам не мешать. Мне сдать, хотя оно сейчас кончит. Я пока на апдейт Java посмотрю. Ого, смотрите. Ну ничего, это неправда, что 1 час и 2 минуты. Давай. Все. И вот тут мы можем уже больше. В данном случае мы не можем. Вот нажимаем окей. И вот тут будет такое спрашивать, компьютер у вас будет. Вы действительно хотите необратимо удалить файлы. Нажимаем удалим, ждем и все это сделаем.
Ну, в общем-то, все. Всем привет. Если тебе понравилось, подпишись или поставь лайк. А если ты уже подписан и поставил лайк, напиши мне что-то в комментариях. Я буду очень рад. И участвуй в инклюзивные для всех. Просьба придумать тему моего видео, чтобы я их снимал. Это может и вам, и мне. С вами был Андрей. Всем удачи, всем пока.